Югорчанин Сергей Турышев победил на Авачинском лыжном марафоне. Накануне в Петропавловске-Камчатском прошел ежегодный лыжный забег, на который съехались спортсмены не только из России, но и из США, Германии, Словении и Казахстана. Среди мужчин на дистанции 60 километров не было равных Сергею Турышеву. Замкнул тройку лидеров Александр Легков. У женщин бронзовую медаль завоевала Анна Поваляева.